киса. Вся грязная, только что он там в земле купалась. Она прям ложится в кучу пыли и катается вся, и катается. Мама потом ее моет. Мы с кисой вышли на улицу встречать детей. Она это очень сильно любит делать после школы. Идет банда. Какие дела? Отлично! Дети, привет! Привет! У меня для вас новость. Сейчас я вам покажу кое-что на телефоне. Вот видите? Это сообщение с почты Америки, UPS. Это Silver Playbook. Это серебряная кнопка. И она нам придет вечером 12 сентября. Правда? Да. Кису не уронят, она убежит. Сегодня 7-й. Никита, осторожно. Она через 5 дней придет. Не съест дом, пока не убежал. Короче, во-первых, к нам придет серебряная кнопка, наконец-то. А во-вторых, Соня и Лиза сегодня едут к дяде Жене на первое занятие. Вы помните об этом? Да, так, Соня. Сейчас девчонки быстренько поедят суп и поедут к дяде Жене на занятия. У нас спрашивают, что мы едим. У нас каждый день суп, каждый день. Сегодня у нас борщ. Так попадает, что я снимаю именно борщ. Коль, ты будешь сейчас кушать или потом? Я сейчас не хочу. Коля говорит, что он приболел. Да. Так, девчонки, вы готовы ехать к дяде Жене? Я не. Не хочешь? Не готова? Не готова. Давайте побыстрее кушайте и поедем. Дядя Женя вас уже ждет. Подождите, а будут нам давать наши старые папки или новые? Старые возьмите, зачем вам? Давай. Старые папки возьмите, то же самое, это же не школа. Коля решил по мороженому ударить. Это наше самодельное мороженое. Давай. Это клубничный компот из домашней, из такой хорошей клубники, органической. Клубничное мороженое. Вот такая вот штука. Мы сюда заливаем компот или йогурт, да, или что-то. Вот так закрываем. Закрываем и ставим в морозилку. Да. И оно там. Это получается мороженое хорошее. Да. Такой, лед такой. Вот да, компот. Да. Коль, покажи поближе. Вот это в форме кораблика получается. Нет, вот это. Да, вот это. Вот это вот в форме кораблика. А вот это Никита мороженое залил. И уже его видно, что оно пустое вот тут. Это шоколадное молоко, как какао. Ну, шоколадное молоко обычное. И вот мы сейчас будем пытаться его открыть. И оно, скорее всего, пустое. Да, Никита пустым сделал. Но все равно, я думаю, будет вкусно. Лиз, там можно вот эту ложечкой съесть. На тарелку, забирай. Лиз, оно вкусно? Да, конечно, вкусно. Вкус маленький. Мало вкуса, потому что это молоко или сок. Оно получается как лед. Из клубники клубничный лед, а из молока получается молочный лед. Ну, я думаю, что фруктовый вкусней. Йогурты надо делать вот из этого. Лизу и Соню папа с Никитой везут в дядю Женю. Я не выключила свет. Я выключу. Садись в машину. Я боюсь ее выпустить, она прям рядом с дверью. Так. И теперь я бразды правления камерой даю Лизе, Соне и Никите. Дальше они будут снимать. Смотрите материал дальше от них. Бай. Бай. Соня дверь. Соня дверь не закрыла. Бай. Так, дети уехали с папой, а я не могу не снять вот это зрелище. У нас вот эта вот индейка у кошки любимая игрушка. Она так ее душить любит, так она с ней дерется, подпрыгивает, переворачивает, грызет. Это очень зрелищно, как она с ней играет. Тетя, не любишь, когда тебя снимают, да? О, как быстро поехала. Ой, машина! Вот это да! Очень страшно. Про летушечку мы сделали, да? Фу. Нет, слишком быстро. Вот моя бабка. Спидлимит 30. О, а мы ехали с вами. Папа, ремень закинул. Папа. Ужас, да? Ремень закинул. Нет, тебе ну да, ремень закинул. Отстегнись и подержи. А потом я знаю. Это правда. О, школьный автобус. А когда я буду в нее в школу, я буду ездить на автобусе в школу? Да. Ух ты. Чуть-чуть потряхивается. Вот. Иди, давай разговаривай. И вот, мы едем пока. И вот! Пап, ты чё так машину водишь? Ты чё так машину водишь? Скажи, ну чё не трясаться, вот я тебя трясу. Я трясу! Машина! Там тикет за это дадут. Дом
и снимай. Снимаю. Вот они, вот. Мы вот. Приехали. Очень красиво. Красиво. За что они приросли? Идем. Иска, не забудь свою папку. Мы тут камеру Иска, принесли. Я вижу, да, это хорошо. А давай какие это цветы? Можно снимать? Давай, ладно, левую. Можно снимать на нас вас? Да, но мне не надо сегодня, потом снимать. Ладно. Ну, Ой, кто это к нам пришел? У вас тут все другое. Уже съемки будешь сама делать? Да, я уже умею. Здравствуйте, Бульбана, надо вас видеть. А я снимаю и монтирую. Что ты ремонтируешь? Он уже монтировать умеет. А что монтировать умеет? Видео. Да ты что? Уже умеет. Уже умеет. Это здорово. Кто умеет? Здравствуйте. Никита. Я хорошие соседи, красивые друзья. Красота, красота. Мы видим с собой кота, кижик и собак, печку забияку, обезьяну папу. Пап, почему ты так резко остановился? Нельзя так. А то камера у меня зашевелилась, как мама говорила, нельзя. Понятно? Не надо так это тормозить. Привет, друзья. Вот. Мы уже пошли дедушки. Вот. Нет, все, не доорешь. Уехал. Все, садись. Ну ты дашь мне хлебнуть раз водички? Нет. Нет, да? Другую пей. Другую возьми себе и пей. Полную. Отходи. Привет. Ну а где ж все в школе, а ты? Привет, Никодя. Привет, Никодя. Приехали. Ну как? Как первый учебный день, дядя Женя? Понравился? Что вы делали? Рисовали. Яркие кружки. Так, подождите. Так, по одному. Мама. У Никиты разрядилась камера. Ты столько много наснимал. Хорошо. Сонь, у тебя что? Огнишки, груши и яблоки от дяди Жени. О, они вам дали яблоки свои? А это что такое? Да. Ты же нормальными, ростами кисточки. Да. Это они вам подарили? Угу. Да, это вот здесь лисы, потому что здесь они золотые на концах. А это мои, потому что они не золотые. Ого, какой дядя Женя хороший нам подарил столько всего. Да. Яблоки наверняка вкусные, да? Угу. Там груши тоже есть. Груши? Да. Ну как, вам понравился первый учебный день, дядя Женя? Да. Ну что, поздравляю вас всех с началом учебного Нового года. Коль, тебя тоже. Приятного аппетита. Так, на этом все. Дорогие зрители, спасибо, что вы все это время были... Спасибо, что вы все это время были с нами. До свидания! А еще, если понравилось видео, то... Поставьте лайки! Привет, друзья! Вот Изочка. Идет. Вот она, Изочка из школы. Вот ее рюкзак, она кинула. Мы получили посылку от тети Ии, от нашей подписчицы из России. Да. И сегодня у нас опять посылка. Да! От нее, наверное? Да, опять от тети Ии. Она спасибо, нас балует. Спасибо! Сейчас мы пойдем домой и откроем ее. Пойдемте? Давай. Смотрите, какая огромная. Я представляю, сколько здесь сладостей, угощений. Так, Никита у нас тоже делает видео. Ты что, Никита, видеоблогер? Да, он почему-то меня снимает, ходит, преследует все время. Вон, видишь? Никита у нас будет это следующее поколение. Будешь блогером. А еще он сказал, что он будет это все деньги мне отдавать, которые он заработает. Скажешь, какая ты будешь состоятельная дама. Так, ладно, я сейчас вот здесь разрежу, так будет быстрее. Скажем. Да, и видишь, как тщательно упаковывают. Да, очень. Тетя Ия нас балует, да? Вообще. Вторая посылка. Ну-ка. Нет, нет. Ой.
Киндер-сюрпризы? Киндер-сюрпризы! Это вот это классно! Киндер, это, конечно, очень приятно. Так, трубочки вафельные. А это что? Бонфетти. Какое бонфетти? А это, я не знаю. Из нуги что-то. Будем смотреть, открывать. А я знаю, что такое бонфетти. Чупа-чупсы? Это что-то, что-то похожее. Мама! Это шоколадные. Шоколадные какие-то животные. Как она нас балует. Вкус банана и йогурта. Это что-то из муки сделано. Вафельки какие-то. Мяфли. Не вафли, а мяфли. Видишь, мамочка, опять про грибочки. А ты меня не хочешь отправлять. Все, да, пожалуйста. Папа у нас хочет в Америке поискать грибы, пособирать. Грибочки какие-то. Все это конфеты. Сколько сладостей. Слушайте, а может быть мы сделаем видео, как мы будем это все пробовать? Да. Русские, давайте мы сделаем видео, как мы все это будем пробовать. Да, 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 да. Ну мы будем толстые. А это что такое? Вкус ананаса, амурские конфеты. А это чай краснодарский. Ой, как спасибо за чай. Вот чай краснодарский я с удовольствием попробую. 100 лет не пила. В моем детстве мы пили всякий краснодарский чай, я соскучилась по нему. А это что? Еще такие. Так, а это да, это даже я не знаю, что это такое. Медвежонок Барни. Но мы будем все пробовать. Да, и все будем пробовать на видео. Сколько батончиков. Все, видишь, все по 4, мам. Мне вот ничего вообще. Потому что ты деткам. Ты не детка. Соня сказала поделиться. Да? Я дам так, еще какие-то Левушка. Ротфронт конфеты. А что такое? 4 пазла какие-то. Пазлы русские. Это деревянные пазлы. Класс. Самолетики. Видишь, можно машинки строить какие-то. Какой, какая прелесть. Так, вот в этих что вот еще? По одной, видишь? Ага. А здесь они какие-то двойные, тут можно много всего разные насекомые, да? Видишь? Это нужно, и все нужно раскрыть. Очень круто. Спасибо, тетя Ия. Нам очень приятно, огромное спасибо. Это не просто сладости из русского магазина, который в Америке, который шел на импорт товар, а это именно сладости из России. Такие, как в России дети покупают, едят, нам очень интересно. Поэтому я предлагаю, чтобы мы сняли отдельное видео, как мы это будем все пробовать. Да, да. Давайте? Ага. Так, поэтому до следующего видео теперь. Для меня краснодарский чай – это вообще мечта. Я хочу попробовать. На этом все, дорогие зрители. Если вам понравилось наше видео, то... Поставьте лайки! Спасибо, что вы все это время были с нами. До свидания!